Культиватор загружен. Ранней весной 1915 года командующий Балтийским флотом адмирал Пессен вывел линкор из Гельсингфорса на практические стрельбы. Дистанция до цели 105 кабельтовых. Прицел 105, смещение 20 четвертью. Прицел 105, смещение 20 четвертью. Наводить по левой кромке щита. Прицел, заряд практический, заряд боевой. Недолет! Куда ж такое сближение ставить? Меньше два, сближение 20 четвертью. Залп! Недолет! Буксир-то на ходу! Вир, говори, неправильный! Мерзавец. Обнаглели совсем. Командующий управит. Он прав. Внесите поправку. Прицел прежний, автомат сближения 3, поражение через 30 секунд. Залп! Заряд пошел! Лоток загружен! Трубка! Есть трубка! Затвор! Есть затвор! Дандера! Открытие! Матрос Павел Дыбенко, ваше превосходительство. Вот что я тебе скажу, дорогой Дыбенко. Либо ты у меня насидишься в тюрьме, либо быть тебе на моем месте. Так точно. Мы способны на то и на другое. Сукин ты сын. Ладно. Получи на гульбу. Ступай. Есть. Вон отсюда. Сырра! Команде обедать. Прошу в салон, господа. Больно! С началом войны мы призывали из запаса рабочих. Хотя и знали, что они принесут на флот бациллу большевизма. Николай Иотович Эссен окружил себя лучшими специалистами флота, не имевшими придворных званий. Признанным мастером минных постановок считался флаг-офицер Колчак. Устранить же с кораблей этот опасный элемент мы не в состоянии, ибо землепашцы на флоте нам не нужны. Они покорны, зато и не развиты. А современная техника нуждается исключительно в грамотных матросах. Александр Васильевич, а почему вам не принять от Трухачева минную дивизию? Пора, наконец, навести порядок у берегов моей праматери Швеции. Боюсь, что такое назначение обидит старозаслуженных адмиралов. У меня и без того достаточно завистников, считающих меня карьеристом. Дело надо делать, а не оглядываться на завистников. Вот оно. Ирбенский пролив. Сейчас от него зависит наша судьба. Если немцы прорвутся сюда, пойдет Рига. А затем возникнет проблема Моунзунда. Об этом даже страшно подумать. Еще весной 15-го года Эссен предчувствовал ситуацию, которая к осени 17-го станет критической. Германский флот никак не мог угнаться за армией. Немецкие корабли стоят в Либаве, а линия фронта уже откатилась за Ригу. От столичного Петрограда до бастионов Кронштадта в то время было 2 часа хода, а дальше Финский залив. На севере Гельсингфорс, на юге Ревель, а между ними минные поля, которые не дают германскому флоту выйти к Петрограду. К югу острова Дага, Эзель и Моон. Между ними и землей материка пролив Моонзунд.
Вот здесь, на севере Рижского залива, и развернется главное сражение. Немецкий флот будет рваться через Монзунд к Петрограду. Но пока немецкие корабли стоят в Либаве, и вход в Ирбенский пролив им преграждает батареи мыса Церель. Отхожий деревняк, покажи кому порядочному. Так он лучше до крапивы сбегает. А, немчура, она считает, что вся культура от сортиров начинается. Да, вся культура чистоты. Кто больше мыла на душу в году употребляет, тот и культурнее. А я о чем? Вон, на медне самолет германский летал. Так бароны просто не сушить стали. Разложат на траве и сушат. Сигналят, а не подойти. И все рядом с батареей. О, глянь! Впервые в жизни он ехал на телеге по твердой, влажной осенней земле. Это тоже было отечество. И погибнуть за него легко. Артеньев уже знал, где примет смерть. Церель. Церель. Цель. Название это напоминало цель. Цель его оставшейся жизни. Есть тут кто? Чего ты там бренчишь? Где Дневальный? Где охрана? Ну, я Дневальный. А ты-то кто? Колька! Зу! Ну, что молчишь? Грабану сейчас доску. Кто такого говорит? Командир Церель, встать как положено. Ушел, а? Перед тобой встать. Да! На! Поднимайся. Встать! Сука. Вот так. Чего тут? А теперь я объявляю на батарее тревогу. Выполнять. Эй! Ребята, выходи! Ну, в чем дело? Что случилось? Что? Давай сюда, ребята! Ну, кто тревогу-то давал? Вот этот. Ревком на батарее есть? Да выбрали тут мы одного гаврика. Ну и где он? Вот здесь мы.
ты что раскричался? Коль тревога, так людей за сутки упредить надо. Скажи, Гаврик, немцы тебя тоже за сутки упреждать будут? А нам плевать на немца. Ревком действует в согласии с командиром всех укреплений Сворбы, капитаном фон Кнюпфером. А он тревоги не объявлял. Понял. Телефон работает? А нет. Видно, вчера с барона опять провод обрезали. Да тут пешком недалеко. Вон мента. Рядом с деревушкой штаб. Что, шмальной, что ли? Попробуй. Сейчас. Иди, иди! Не попали же! Чем недоволен? А надо было попасть, а? Трухнул. Пожалею. Старший лейтенант Артеньев назначен командиром батареи Церля. Очень приятно. Фон Кнюпфер, Александр Карлович. Как устроились? Спасибо, хорошо. Позавтракаем вместе? Благодарю. Я хотел бы выяснить, когда начнем приводить Церль к бою? Ваши предложения по этому поводу. Я хотел бы их услышать. Уважаемый... Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, я боюсь, что нам не удастся привести батарею в боевую готовность. Вы знаете, если честно говорить, меня подташнивает от одного вида этих защитников, слуг Отечества. Да они украли и пропили все, что могли. Мы же не можем сидеть сложа руки. А я не сидел сложа руки. Я спроектировал батареи Церли и горжусь этим. Нас торопили со сдачей батареи. И мы построили ее. Весна, лето и, пожалуйста, торопить у нас умеют. А вот механизмы подачи снарядов и бронированные двери привезти. Скорее, немцы рядом. Вы видели результаты этой спешки? Полюбопытствуйте. Там у Мола 70 крестов. Осколком первой же бомбы пробила дубовую дверь порохового погреба. Вот вам плоды нашего всеобщего российского разгильдяйства. И никто не виноват. Ничего не можем делать толком. Ни порядок навести, ни большевиков выставить. Требуется только одно. Непременные жертвы во имя Отечества. Господин капитан первого ранга, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Перед нами Ирбенский пролив. Бросьте, Сергей Николаевич. Если меня профессионального инженера оставляют командовать важнейшими стратегическими укреплениями, о чем может идти речь? Вы хотите, чтобы я вам посочувствовал? Благодарю. Мне не нужно вашего сочувствия. Просто я надеюсь, что со временем вы поймете, о чем я говорю. Можете идти. Heute gut aus. Sie gefallen mir. Ja. Verzeih, Liebste. Извини, дорогая. Это именно то, что вы заказывали, господин Артеньев. Второй том Морозовского каталога. Спасибо, фрау Мельх.
Именно эту книгу я искал. Везде искал. Ну куда вы, Клара, подождите? Мы увидимся вечером, мне нужно идти. Господин лейтенант, наш постоянный клиент, он извинит. Всего доброго. Да, я беру ее, фрау Миллер. Но это не слишком дорого? Нет, нет. Я потревожил вашу знакомую. Что вы? Это Клара из Ильгов. Бедняжка совсем одна после смерти отца. Он был генералом, а теперь у нее никого не осталось, и мы дружим много лет. В Гельсингфорсе она всегда навещает меня. До свидания. Всего наилучшего. Товарищ Артеньев, идите сюда, отдайте команду. Какую команду? Кричи громче, любую, пока не очухались. Смирно! А команды вольно теперь не будет. Вольная житуха закончилась. Перед вами ваш командир, приказы которого буду проверять я. Ваш комиссар, ежели командир оплошает, я его шлепну в патоку. Если кто приказ командира не выполнит, я его шлепну в понидло. Революция требует от нас жертв, товарищи. Весь мир смотрит на нас. Или мы только за царя умеем сражаться? Кому что? На данном политическом этапе не ясно. У кого есть насущные вопросы, мировые проблемы? Старший офицер на корабле – это дракон, это шкура, это сволочь. Он полицмейстер команды и владыка кают-компании. На борту? Добро, вольно. Старший офицер – страж суровой железной флотской логики, в которой нет середины, а есть только крайности. Но старший лейтенант Артеньев, хоть и занимал эту должность, шкурой и сволочью никогда не был. Сам Артеньев считал, что не будь он морским офицером, из него бы удался хороший хранитель музея. Любовь к живописи, особенно к русскому портрету, всецело заполняла то свободное время, которое оставалось от службы.
Налей-ка чего-нибудь. Холодно что-то. Да, это для тебя, Володя. Смотри. В моде женщины стиля вамп. С гладкой прической и с большим ртом. Способным ухватить мужчину сразу за кошелек? Да-да. Вот смотрю последние журналы. Ничего опасного для России нет. Пожалуйста, быстроходные левиафаны «Царь и царица» каждые 12 дней курсируют между Нью-Йорком и Архангельском. Архангельском и Нью-Йорком. Нью-Йорком и Архангельском. Как будто и нет войны. Мир нерушим. И вообще жизнь чертовски хороша. Последний каприз моды. Посмотрите. Дамское манто из шкур леопардов. Дорого и жутко. Академия художеств снизошла до футуристов. Да, и приветствует новые шедевры из кремовых пирожных и коробок из-под пудры. А вот и для ценителей прекрасного. Это уже для тебя, Сергей Николаевич. На Невском Елисеев предлагает свежую клубнику. Ты посмотри, какие витрины. Нет, что происходит? А вот опять об искусстве. Кристинская крутит фуэте перед ранеными. В госпитале в своем доме. Целых 20 коек. Откуда столько раненых? Значит, все-таки война продолжается. Господа. Устав не позволяет мне говорить о политике в кают-компании. Поменяйте, пожалуйста, тему. Ну что вы ходите за мной молча? Подойдите, я не сержусь, господин старший лейтенант. Ну смешно, ей-богу, скажите что-нибудь. Ну же. Ну как вас зовут, сколько вам лет? Я того спрашиваю в таком тоне, что вижу, как вы моложе меня. Представьтесь, наконец. Сергей. Сергей Николаевич. Удивлены, что знаю вас. Никакой тайны. Фрау Мильх очень много о вас рассказывала. Говорит, что на таких, как вы, мир держится. Впрочем, с дур мира нет война. Проводите же меня. С удовольствием. Есть стоп. Штурман, уберите его! Стоп, машина! Есть
машина! Что у вас там происходит? Вроде города на мастике! Отставить бунтарю, Гейтман! Стоп-машина! Есть! Стоп-машина! Есть стоп-машина! Покиньте мостик! Арестованный! Хватит уже! Стартуй, бери команду! Повезли его! Я все здесь! Куда он пойду? Я его балагана терпеть не буду! Называй! Чего молчите? Давайте! Самый полный! Я самый полный! Вы же все погибнете! Лево 15! Есть лево 15! Огонь! А ну еще подай! Еще! Ну! Негодяи! Пустите в радиорубку! У меня телеграмма его высочеству. Я требую, пустите меня к царю. 30 слов. Дайте оправдаться. Господа, под славным Андреевским флагом при столкновении с крейсерами противника произошло событие. Господа, дело до суда доводить нельзя. Я подчеркиваю, что затронута честь нашего корабля. И позор слишком велик. Надеюсь, все меня поняли. Это же грех человека-то на смерть толкать. Во-первых, грех заключается в другом. В измене Отечеству. А во-вторых, батюшка, у вас из-под рясы всегда торчат штрипки от кальсон. Вы, наверное, до сих пор думаете, что находитесь в сельской церквушке, а не в кают-компании. Молчу, молчу. Дело ваше. Офицерское, благородное. Кто со мной не согласен, прошу встать и заявить. Добро. Рапорт о происшедшем. Я отправлюсь в обер. Пришли жандармы. Два слова супруги. Хорошо, пишите.
Ты что? Как мерзавцы. Да кто был-то, кто? Да мои же, кочегары. Чуть не вышло на безобот. За что, Леонид Александрович? За что? За то, что дойчман означает немецкий человек. Ну-ка, пошли. Иди, иди. Ты что встал? То, что случилось у тебя в котельных, нужно прекратить немедленно, понимаешь? Понимаю. Нет. Я мне за брата не полезу. Зачем? Чтобы не опять за Фундена. И за мою фамилию карточку намяли. Значит, не понимаешь. Предательство Фундена нам уже вот так хватает. Узнают про твой случай, матросам припишут большевизм. Команду могут расформировать. А люди уже сплавались, в боях сработались. Боюсь. Убить могут. Боязнь своих подчиненных – это болезнь, которую лечат отстранением от службы. Не вылечишься, спишут на берег. Куда шел? Туда. Ну иди! Слушаюсь. Я кричал им, что мой дед крымский врач, а мать молдаванка. Ну ладно. Кочегаров накажем как-нибудь в Келейно. Ну, а ты отнесись к этой истории с юмором, если сможешь. Ну, а что такого? Дали в глаз. С кем не бывает. Да и какой из тебя немец? Контр-адмирал поручил мне изучить ваш рапорт. Офицеры эсминца поступили достойно. Боюсь только, что предсмертная записка Фундена причинит нам немало хлопот. Контр-адмирал хотел представить вас к званию Ковторанга, чтобы назначить командиром эсминца. Но наверху воспротивились. Поэтому у вас будет новый командир. Гарольд Карлч фон Грапф. Почему вы молчите? Опять этот фон? Александр Васильевич, в нижних палубах тяжелая обстановка. Матросы подозревают... Минной дивизии стало неспокойно. Извещен. Предостаточно. На эсминце сильно убили командира Эриха Брунча Фитингофа. За что 5 человек приговорены к расстрелу, а 49 пойдет на каторгу. Извините, Александр Васильевич, но действительно слишком много баронов на Балтике. Топить нам их, что ли? Дело не в баронах, а в том, что матросам нужен повод для политических выступлений. Вот они и хватаются то за гречневую кашу без масла, то за баронов. Приглядитесь повнимательнее к каждому такому бунту, и вы увидите явную большевистскую подоплеку. Я не политик, но я слышал, что большевики вообще против войны. Да, верно. Но именно большевики-матросы воюют хорошо. Они, как правило, на хорошем счету у командиров. Сергей Николаевич, вам известно, что вдова фон Дена особо приближенная к государыне. Вас могут обвинить в насильственном устранении фон Дена из жизни. Не удивляйтесь, если будут неприятности. Командующий флотом на вашей стороне. Я тоже. У меня все, можете идти. Вот,
Прошу прощения. А вы не опоздали. Розовая мечта Гекубы. Убьем вечер? Или что нам, Гекуба? Ну почему же? Женщина с трагической судьбой, символ скорби и печали. Я отношусь к ней с симпатией. Я плохо помню сам мисс, но полностью доверяю вашему вкусу. Любезности, любезности, Сергей Николаевич. Возьмите лучше билет, а то я совсем замерзла. Сергей Николаевич. Никакой загадки. Обыкновенная неудачница. Я выросла среди военных, и даже после смерти отца его друзья-сослуживцы всегда собирались у нас. Вы знаете, мама рассказывала, что первое слово, которое я произнесла, было «Вильгельм». Не смейтесь. В нашем доме говорили только о политике. У вас по-другому? Я первый моряк в нашем роду. Мой отец был влюблен в историю, увлекался миниатюрной живописью. И... преподавал в гимназии. Но ведь в России почти не писали миниатюр. Увы, в России популярнее батальная живопись. Да. И все-таки ужасный цинизм снимать на пленку убийство людей, а потом показывать это за деньги в иллюзионе. Это я виноват. В чем? Ну как, это же я пригласил вас туда. Сергей Николаевич, я всегда знаю, на что иду. И теперь знаю. Смирно! Равнение налево! Господин капитан первого ранга, старший лейтенант Артеньев. Вольно? Вольно! Здравствуйте, господа. Проводите меня, господин старший лейтенант. Вот и результаты, Сергей Николаевич. Раньше бы за это... Прошу вас. Но сейчас стоит такой кавардак, что просто не до вас. Так. Тут есть что-нибудь выпить? Или вы предпочитаете коньяк? Мадера тоже сойдет. Не самое плохое питье. Ну что ж, батенька, будем служить вместе. Родить на пользу и славу Отечества.
С командой я познакомлюсь. Офицеры, кажется, хорошие. Но что касается вас, то сам комфлота Эссен высокого мнения о старшем офицере Невик. Что, кстати, и спасло вас, когда стало известно об этой истории с Фонденом? Премного благодарен, господин капитан первого ранга. Давайте без церемоний. Меня зовут Гарольд Карлович. Понимаю. Ну что ж, Сергей Николаевич, давайте выпьем. Выпьем за то, чтобы наша матушка Россия, давно несущая большое пузо, не родила нам случайно анархии. Пусть что угодно, даже поражение, из которого мы будем вылезать на карачках, но только не революция. Она хороша в книжках для дураков. Вы согласны со мной? Я не думал об этом. А вы думаете, русского человека что и отличает? Думают всегда потом. И разводят руками. Ступайте. Милый Сергей Николаевич, обстоятельства, обстоятельства. Простите меня. Вот так вдруг, как и все в моей жизни, пришла и разлука с вами. Не знаю, увидимся ли еще, уезжаю в Либаву. Дальше как будет. Прощайте. Храни вас Бог на этой войне. Боевая тревога. Лево на борт. Есть лево на борт. По борту горизонт чист. По корме горизонт чист. Полный вперед. Есть полный вперед. Черт, так вижу. Возьмите бинокль. Держи левее. Мой цель сильнее вашего. За три года до войны в России произошло событие, о котором еще не раз будут вспоминать историки. Со слипов Путиловского завода сошел на воду корабль, получивший наименование «Навик». Впервые в русском флоте корабль питался одним мазутом, и ему принадлежала высшая скорость мира – 37,3 узла. Орудие на левый борт 15. Прошу запомнить. Перед нами два германских эсминца типа В новейшей конструкции. Их скорость и вооружение почти как у нашего «Навика». Снаряд фугасный. Докс! Залп. Попадание! Право руля. Есть право руля. Еще правее. Поражение легким огнем. Лево на борт. Есть лево на борт. Только не увлекайтесь, Карл Карлович. Впереди сплошные мины. Я знаю. Но знают ли они об этом? Попадание! Ай, молодцы! Пошлите ему в разлупу! Наводить по второму. Прицел 49. Чистый. Зал! Попадание во второй! Черт! Стыдно сказать, но так хочется в гальюн, спасу нет. Не знаю, дотерплю ли. Убирать пытаются. Угу. Дистанция полста. Силы мы уравняли, полдела сделали. Так что уж потерпите, Гарольд Карлович. Полста один. Полста два. Прицел больше два. Автомат сближения три. Залп! Еще попадание!
Среднюю трубу накрыли! Задымил! Мешает вход. Пожар на корме! Второй прикрывает дымом! Вот они! Петряев, работай дальше! Прицел полста! До минной банки всего полмили. А знаю. Наскочил на мину. Ну вот наши мины и помогли нам. Тонет. Право на борт. Есть право на борт. А им щекит у них дерьмо. Второй уходит в сторону берега. Задроби стрельбу. Задроби стрельбу. Ей задробить стрельбу. По отсекам осмотреться, подсчитать убитых, раненых. Отныне прошу не говорить, что этот тип кораблей нам не знаком. Теперь мы знаем им цену. Бой длился 17 минут. Повреждений нет, убитых нет. Легко раненых двое. Расход 23 снаряда, попадание 11. Вот так и воевать надо. Подержите. Извините. Извини, братец. Отставить смех! Любимый ученик адмирала Макарова Николай Оттович Эссен умирал. Именно он сумел поставить минное дело на флоте так, как нигде в мире. Он добился того, что артиллерия русских кораблей накрывала противника почти с первого залпа, а корабли ходили там, где никто не ходил раньше. Ему было 55 лет. Нужно немедленно в госпиталь. У него воспаление легких, и дальше может быть совсем плохо. Никакого госпиталя. Комфлот отдаст концы на своем флагмане. Какие новости, только говори правду. Активных действий германский флот не предпринимает. А обстановка на Балтике с каждым днем становилась все сложнее. Зубами надо держаться за Ирбинский пролив и Ригу. Надо укреплять мыс Церель. А то нас всех продует через трубу Мазонды, как пушинку. Всем выйти, дайте побыть одному. Ты останешься. После Варшавы и Ковны войска Гинденбурга взяли Метаву, Шавли и Виндаву. Вместо меня никого, кроме Колчака. Только Колчака можно ставить над флотом. Радируйте вставку. Пусть срочно дают ему чин контр-адмирала и ставят на мое место. Он справится, я верю. Но царь не рискнул поставить 40-летнего Колчака над флотом. Сегодня же радируй, слышь? Матрос Семенчук призыва 9-го года для прохождения дальнейшей службы прибыл. Да погоди ты. Ну что? Сколько? 34? 28. Ну, у меня 28. Я не понимаю, на малых дистанциях работает нормально. После 30 кабельтовых врет. Ваше благородие, дозвольте заметить. Ну, заметь. Датчик дистанцию и дальномера. Стрелки показывают нормально. А дистанцию врет, так? Ну? Ну, так у нас у линейных такая чехарда была. Там муфточка есть на маленькие дистанции. При стрельбе от тряски могла сдвинуться. Слушай, Петряев. Легче. Тут один умный появился. Ну, вроде дело говорит. Сейчас я его к тебе пошлю. Отвертку в зубы на дальномер, быстро. Слушаюсь! Даю дистанцию. 38. 38. 40. 40. Полста. Полста. Молодец. 45. 45. Что, подойди ты и спроси. Большевик? Да ты не бойся, шкур нет. Да не. Мы так шумим по малости. Хороша малость. Даже в столице бастовали заводы из-за вашего гангута. 95 человек команды по суду пошло. И так все знаем, не таюсь. Да, у нас тут всякие есть. Анархисты, эсеры. Ну и монархисты, конечно. Ну а теперь и большевик объявился. Каждая тварь по баре. Да кто вам сказал, что я большевик? Ладно, не темни. Слышь, а чего вы там психовали-то?
Завинтили нас? Теперь везде завинчивают. А ты сам-то из каких будешь-то? Выкладывай. Давай, давай, и жгусь. За что разжалован? А хрен их знает, братва. Место в рундучке свободное есть, а? Ну, пойдем со мной, покажу. Давай. А про себя что? Все вроде бы ясно. Науки в Кронштадте проходил. Зуба там же лишился. Ну, это не ты один такой. Дальше давай. Ну, что дальше? Дальше Европу повидал. Как люди живут. Ученый, значит. На 5-м году службы человеком себя почувствовал. А сказать нам можешь, куда войну-то девать? Ну, это вы, братцы, сами решайте. Прошу. Давай, покурим. Разрешите? Угощайтесь. Попробую ваше. Крутить не надо. Господин лейтенант, зайдите ко мне. Огонька. Меня, что ли? Угу. Сейчас. Офицер должен оставаться офицером, а не подхалимничать перед командой. Твое разгильдяйство очень плохо кончится. Ты отдашь приказ, тебя пошлют к Елене Фене. Еще портсигарчик весь выгребут. Сейчас многое изменилось на флоте, Сережа. На флоте офицер должен всегда оставаться офицером. Это я могу их бояться. Случись революция, я потомственный дворянин. Но ты, несчастный кодотопский огородник, что ты завибрировал раньше времени? Ты, сухарь. Тебе кастовые представления дороже всего. А я лично рад, что освободился от них. Стал для своих подчиненных Ленькой. Смотри, Сережа. Другое время идет. Кем нам быть в нем? Всем надо меняться, пока не поздно. Мне меняться не надо. Будет у нас революция, не будет, мне безразлично. Я в любом случае буду требовать порядка и дисциплины. И пусть они меня поднимут на штыки, но сережкой для матросов я не стану. Жалеть придется тебя, а не меня. Посмотрим. Из-за ваших дворянских фанаберий много крови прольется. Честь имею. Прошу прощения, господин Копиренко. Поссорились? Из-за чего? Из-за дворянских привилегий. Нашли время. Что с плечом? Да, ключица болит. Память от Фондена. Поезжайте-ка в Питер, передохните. Заодно есть дело. Наш штурман жалуется на хронометры. Проверьте их в навигационных мастерских. Но, извините, я один... Возьмите первого попавшегося матроса. Есть. Ты уже возьмешься за ум. Ну, совсем не изменился. Не изменился. Ты тоже не изменилась. Вон в доме какой кавардак устроила. Сережа. Ну, а что, Сережа? Что, ни куска хлеба нет? Я пришел с матросом, мне его даже накормить нечем. А что ты смеешься? Ничего смешного. Столько времени прошло, как было, так и осталось. Хватит ворчать. Ну, хватит. А почему так поздно пришла? Я уже совсем взрослая. Мне 22 года. Отвечаю по пунктам. Вернее, сразу на все вопросы. Я просто дома почти не бываю. Поэтому кавардак, поэтому нет хлеба. Сегодня вот пришла выспаться. Извини уж. Я завтра уезжаю, Сережа. Я пришла вещи собрать.
Ничего не понимаю. Куда ты уезжаешь? Я работаю в госпитале. И уезжаю на фронт за ранеными с санитарным поездом. А ты ругаешься. В госпитале? Да. Ты же ничего не умеешь делать. Ну, почти ничего. Но я надеюсь стать медицинской сестрой. Я учусь. Ты что, с ума сошла? Какой фронт? Да нет, не надо тебе на фронт. Ты хоть знаешь, что такое фронт? Это пот, грязь, кровь, вонь. Ты же там ничем не сможешь помочь. Это все психологические этюды. Оставь, Сергей. Мне надо собираться. Ненормальная. Вот одна дурь в башке. Лучше замуж вышла и детей нарожала. Не смей так со мной разговаривать. Я служу отечеству так же, как и ты. И я делаю все, что могу. И больше. И не надо говорить со мной в таком тоне. Я есть хочу. Чаю. Здравия желаю. Здрасте. Ир. Ир, ну извини. Серьезная сестренка. Слушай. Серьезная. Устала. Идем, пора сейчас. Тебе холодно? Сережа. Ну беги, беги. Холодно. Ты только не волнуйся, хорошо? Я буду писать. Не волнуйся, не расстраивайся. Все будет очень хорошо. Ну правда, все будет очень хорошо, Сережа. Ты мне веришь? Спать хочешь, Семенчук? Все мозгую, ваше благородие. О чем? О революции? Давай, давай. Еще хлебнете этой революции. Самим тошно станет. Чудной вы человек, ваше благородие. Вроде свой. А копни глубже. Чужой вы нам. А я не ваш. Я вообще ничей. Я русский. Так ведь я русский. Ну какой же ты русский? Русский. Ну какой ты русский? Большевик чертов. Иди спать. Отбой! Настанут холода, осыпятся листы. Будет льдом вода, любовь моя, а ты? И белый, белый снег покроет гладь ручья, и мир лишится нег. А ты, любовь моя, а ты?
любовь моя. Но с милою весной снега растают вновь, вернутся свет и зной, а ты, моя любовь, и белый, белый снег покроет гладь ручья, и мир лишится нег, а ты, любовь моя, а ты, любовь моя. Ну вот и ваш адрес, барин. Благодарствуйте. Раз уж мы начали этот разговор, давай на чистоту. На чистоту? Да ты не бойся, доносить не буду. Ну вот, объясни мне, почему большевики не хотят воевать? А как же Россия? Вот вы честный человек, довольны тем, что происходит в России. Нам такая Россия не нужна. Какая такая? Россия одна. И любить ее надо всякую. А политика, я в этом убежден, одно из самых печальных заблуждений человечества. И слава богу, что устав запрещает офицеру заниматься политикой. Красиво говорите. А я так думаю. Раз вы офицер, служите царю, значит, защищаете его политику. Хороша она или плоха? Я думал об этом. Но служба есть служба. Да и потом я больше ничего не умею, кроме как защищать отечество. Ну да, я понимаю, противоречие получается. Вроде как убеждение отдельно, служба отдельно. Но так всегда было. И все на этом попадаются. Но у меня есть выход. Смерть за отечество. Она объединит то и другое. Во-во, опять вы только о себе. А вот тот же матрос, он ведь тоже служит отечеству, а вы его по зубам. Я не бил никогда. А вестовой ваш? Наслышанный. Так, ну а как тоже мокрой тряпкой книги протирает, которым цены нет? Да матрос. Ему эти ваши книги картон, пыльная бумага. Конечно, легче всего вдарить матроса по зубам, а вы бы ему эту книгу дали прочитать, чтобы он понял цену-то им. Да что ты поймешь в этой книге? Еще чего? Что это у нас будет, если матросы книги будут читать? Хорошо будет. Справедливо. Вот и вся и политика. Ну ладно. Вот что, господин большевик. Если ты в бою не выполнишь моего приказа, я тебя расстреляю. У кого есть насущные вопросы, мировые проблемы? Ваше молчание есть верное указание на то, что вы ребята с башкой и сами до всего допираете. Смотрю я на вас, и душа радуется. Ну, здравствуйте, Сергей Николаевич. Распустили вы их здесь? Да я тут командиром-то с утра. А я к вам комиссаром, по приказу Центробалта. Да, если бы не ты, они бы меня тут как солому сживали. А мы хладнокровие не теряем. У вас вопросы есть? Пока нет. Ну, вот видите, как хорошо. Душа радуется. Thank you.
и в безукоризненном состоянии. Само собой разумеется, фрау Миль. Книгу вам, как обычно, не заворачивать. Вы, конечно, будете листать ее по дороге. Вы, как всегда, правы. Для меня ваше посещение — большая честь. Вы один из моих лучших клиентов. До свидания. Ползи, ползи, чего встал? Дай пройти офицеру. Это что? Всех вас к стенке надо, гад. Еще спрашивает, сука. Скажи спасибо, что живым отпускаю. За что? Халуй царский. Что? Есть! Слушай все! Сейчас в городе меня избили матросы! Меня, кадрового офицера флота. Запомните, я не политик. Революции не делаю. Но я знаю, что без дисциплины не будет флота. А без флота не будет победы. Слушай все! Да, я был строг. Но я никогда ни над кем не измывался и не завинчивал гаек. А теперь буду! И чем больше вы расхристаетесь, тем больше я буду требовать дисциплины. Разойтись по работам. Ну, слава богу, море. Митингов здесь нет. Брататься корабли пока еще не научились. Эх, дали бы мне Ковторангу уйти с этой собачьей должности. Да, Балтфлот в новой полосе испытаний. Начали тасовать офицерские кадры. За себя я спокоен, меня чистка не коснется. Я теперь в Демократическом союзе офицеров. А вы? Какой я политик. Впрочем, если меня все-таки выбросят с флота, так что, оставляем? Оставляем. Ладно, лейтенант, садись. Да ты не потей. Ты нам как минер пригодишься. Ну что, братва, всю нечисть, оставшуюся от царизма, покидаем нынче за борт? Покидаем. Давай выдвигай очередную кандидатуру на удаление из флота. Старлей Артеньев. А старший Артеньев, господин? Так более будем терпеть его тиранство. Погоди. Погоди о старшом. О старшом потом.
Начнем со спецаков. Давай. Вот наш мех. За кого его прикажешь понимать? За матроса или офицера? В котельных бардак. Лягушки только не прыгают. Точно. Холодильники текут. А ему хоть бы что. Цигарочки покручивает. Анекдотики скалит. Да вы что на меха лезете? Он же свой! Теперь 25 не тянем! Такие, как Дейчман, флоту не нужны. Флот беспорядка. Что шалтай, болтай. Приятелей всяких мы и сами себе найдем. Ты не для того на офицера учился, чтобы с нами цигарки покуривать. Давай его, сисминца! Я же за вас, братцы! Детишки голодают, женщины. Я же с вами. Как матрос с матросом. Так валяй на боевое расписание. По графику. А то трешься тут ни богу свечка, ни черту кочерга. Форсунком валяй! Ну что, братва, кто у нас следующий? Теперь Астерли. Че, Астерли? А то он гайки крутит, крутит. Революция, понимаешь? Никакого послабления для свободы. А ты нам настоящую контру про него давай. Да будет вам контра. Давай, говори. Пусть он скажет, как он относится к нашему министру, Керенскому. Что касается моего личного отношения к Александру Федоровичу, то как военный деятель он пока себя не проявил. Его ж голыми руками не возьмешь. Видал, как он гнусную контру плетет. А ты конкретно говори про Сашку. Про Керенского! Про Керенского! Вашему Керенскому я отношусь как к жалкому фигляру. Я вообще к любому политику отношусь как к проститутке. Вот я вам все и сказал. А теперь давай, вышибай меня с флота. Опять гайку законтрил. Это может. Опять? Это может. Вот. Знаете, я скажу, нам с Керенским не воевать, не плавать. А его... Его бы я поберег. И за гайки его спасибо сказать надо. Пускай дальше закручивает. Должность у него такая. Ты видал? Замачья. Замашки старорежимные. Дисциплина, это тебе не замашки. Я не против вашей революции. Я против разгильдяйства, которое вы прикрываете ее именем. Дай пройти. Почему, если я говорю, что палуба грязная, ее нужно драить, вы устраиваете митинг? Убирать или не убирать? Ненавижу ваши слова, блудя. Господа офицеры, за мной. А потом пришел Сергей Николаевич и вывел нас из окружения. А я не понимаю, как мыслят себе большевики дальнейшие. Замени тарелку. От того, что они провозглашают конец войне, она ведь не закончится. Да и потом... Иной раз финал войны гораздо труднее ее прелюдии. И что будет? Я, например, сомневаюсь, что они могут ответить на этот вопрос. Маркс учит, что у пролетария нет отечества, нет любви к родине. Да? Интересно. Патриотизм большевики причисляют к серии буржуазных извращений ума и сердца. Ужасно. Где бачок-то? Да несу, несу уже. Поглоты, только пожрай. А эти там опять контрят. Петряев сейчас сразу две тарелки испачкал. Хлеб кусок возьмет, ему тарелку подавай. Скатерть ведь чистая. Вот гад. Сегодня видел сон. Отец, ты и я идем по летнему саду. Ты маленькая, и мы крепко держим тебя за руки. Прошу разрешения. Что? Телеграмма.
Платов. Как понимать, Старлей? Все оружие сдали, один нон нет. Или для вас особые указы нужны? Идиот. Сдали те, у кого чести нет. Распоряжение касается всех. Да? На, возьми. Попробуй. Не дури, старшой. Но? Ну на, попробуй! Возьми, шантропа кабанская, ну! Старший лейтенант Артеньев. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Васильевич. Тоже с флота ушли? Да нет, вот по личным делам пришлось приехать домой. Значит, вы еще сохранились. Наличие личных дел подразумевает существование личной жизни. В наши времена это роскошь. Наладили отношения с большевиками? Этим похвастаться не могу. Ненавижу. Черноморского флота больше не существует. А, впрочем, и Балтики тоже. Большевизм раздавит Россию. Она не готова к борьбе с ним. Хотя, впрочем, Россия никогда ни к чему не готова. Это ее обычное состояние. Понимаю. Но сделать ничего не могу. Постоянное состояние и русского человека. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Ну что ж, Бог даст, свидимся, Сергей Николаевич. Прощайте. Получив золотое оружие от монархической лиги георгиевских кавалеров, Колчак уехал в Америку, возглавив военно-морскую миссию. Ах, если бы... И Россия на время рассталась с адмиралом, чтобы встретиться с ним в сибирских снегах. Именно там, поддержанный всесильной Антантой, он и станет тем Колчаком, которого знаем мы. Россия забудет, что он был прекрасным минером и талантливым флотоводцем, полярником и гидрографом. Прощайте.
задымилось и словно рвалось на закат. Балтийское солнце садилось за синий и дальний Кронштадт и так широко освещало тревожное море в дыму, как будто еще обещало какое-то счастье. Счастье ему. Господин морской министр занят. Надолго? Подождите, сейчас у него комфлот развозов с флаг-офицером Венгартеном. Дела неотложные, дела политические. А у вас? У меня, по сути дела, вопрос личного устройства. Тогда подождите. Балтийский флот опять просеивал своих офицеров через мелкое сито недоверия. В кают-компаниях были взяты у офицеров расписки в том, что они против Корнилова. Кто отказался, был убит. На мостике кораблей пришли комиссары Центробалта. И Артеньев решил не возвращаться на Вик, где все стало зыбким и непонятным для него. Он решился на визит к адмиралу Вердеревскому, который был первым командиром Навика и который теперь входил в директорию. Я не могу больше быть офицером Навика. Но я желаю погибнуть за Отечество. Не угодно ли чаю, господин офицеру? Угодно. До конца извольте ехать. До самого, что ни на есть. Вот и хорошо. Газетки? Извините. Вы куда? Останьтесь, Анна. Это приказ. Вы сейчас на особом положении. Неужели я должен вам это объяснять? Мне нужно его видеть. Хорошо. Но только 20 минут. Это все, что я могу сделать для вас. Анна, помните, я за вас отвечаю и даю вам 20 минут. Я скоро. Очень мало времени. Я уезжаю опять надолго. Я должна рассказать тебе. Нет, я хочу, чтобы ты понял. Мы видимся в последний раз. Я хочу, чтобы ты знал все. Я люблю тебя. А этого не должно быть.
Это тебе память обо мне. Только не отказывайся. Я хочу, чтобы ты простил меня и помнил. Слышишь? Не вздумай подходить. Завтра в 6. Каменный остров. Большая аллея, 17. Целую Клару. Ну вот и ваш адрес, барин. Благодарствуйте. Подождите здесь, пожалуйста. Сергей Николаевич, разговор у нас с вами будет несколько необычный. Оставьте в покое эту женщину. О ком вы говорите? Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. С кем имею честь беседовать? Контрразведка. Армии и флота. И вы не должны нам мешать. Я не считаю нужным продолжать этот разговор. Видите ли, по долгу своей службы мне приходится сталкиваться с разного рода грубостями. А вам это не к лицу. В свое время мне рекомендовал вас Колчак, поэтому буду с вами откровенен. Видите ли, Клар Георгиевна, я ничего не перебивать. Слушать. Мы много лет работаем вместе. Это редкая, замечательная женщина, умница, сильный профессионал. Вот вы у себя на флоте гордитесь, если 3 снаряда из 100 попадают в цель. Ну что ж, наверное, это неплохо. Но вы не могли не слышать о гибели на минах 10-й немецкой флотилии в ноябре 16-го года. 7 новейших кораблей потеряла Германия в одну ночь в результате блестящей дезинформации, которую провела Клара Георгиевна. Так что, Сергей Николаевич, давайте забудем то, что я вам рассказал, но будем помнить. Вы не должны нам мешать. Пусть Клара Георгиевна сама мне скажет об этом. Скажет. Непременно скажет. Только вы уж, пожалуйста, послушайтесь. Вы свободны. Это тебе память обо мне. Только не отказывайся. Доброе утро, господа. Боже мой, Сергей Николаевич. Уж не ожидали, что вы вернетесь на корабль. Здравствуйте. Только я собрался прочитать газеты, и вдруг вы. Ну, рассказывайте. Рассказывайте, что в столицах. Да нечего рассказывать. Такое ощущение, что Россия раскололась, как гнилой арбуз. Я запутался в лидерах, партиях. И что? Я понял только одно. Что война с немцем продолжается, а воевать некому. Все на собраниях и на митингах. Прошу. Делают себе популярность и карьеру. Да. Я тоже думаю, что самое страшное еще впереди. Ну, а вы, Сергей Николаевич, уже примкнули к какой-нибудь партии? Нет.
Мне трудно разобраться во всем этом. Да и неинтересно. Карл Карлович, я был у Ердеревского, и адмирал предложил мне командование батареями на Церле. Значит, все-таки уходите с Новика? Да. Но почему батареи Церле? Да потому, Володя, что оттуда все и начнется. Хоть какая-то определенность. В который раз Ирбенский пролив. Жаль, Сергей Николаевич, что вы от нас уходите. Я искренне полюбил вас как человека и как офицера в бою. Жаль. Это она. Я не уполномочена обращаться в посольство. Но обстоятельства заставили меня рискнуть. Запишите. 4 линкора НАСА уже в Либаве. Появились Байерны. Наблюдается активность немцев. На платформах из Германии идут десантные баржи, много лошадей. Да. А теперь главное. Срочно сообщите в Адмиралтейство. Шифровку. 28 сентября. Четверг. Ожидается операция немцев под шифром Альбион. Да. Район архипелага Манзонских островов. Да. Из Стокгольма до Петрограда сообщение дойдет за 2 дня. Записали? Эта информация исходит от вас? Эту информацию передала Анна Ревельская. Вам нельзя выходить на улице машины германского посольства. Остаться я тоже не могу. Прощайте. Вас проведут через черный ход. Сюда. Они караулят вас уже неделю. Прошу вас сюда. Штаб базы в Ревеле слушает. У аппарата батарея СРА, говорит мичман Лесгафт. А где эта батарея? Да это на самом юге Дага. Пролив Сайлазут. Догоняйте? И как у вас там погода? Туманно, видимость дрянь, на море 1-2 балла. У меня вопрос. Вы что там в шахермахер играете? Если флот посылает корабли к Эссель, так предупреждайте, а то шарахнем по своим. Алло, алло, Ревель Дага. Флот кораблей не посылал. Дага, Ревелю, чтоб вас всех черт побрал. Ждите. А ежели вот так?
Немцы с тыла войдут, а? Да, ты прав. Наши батареи нацелены в пролив. Развернуть вглубь острова невозможно. Но могу утешить. С тыла нас бережет Эзельский гарнизон. Ну и, наконец, флот нас не оставит. Даю командный. Сергей Николаевич, фон Кнюпферу аппарата. Немцы ночью высадили десант. Оренсбург что? От ваших батарей отрезан. Подумайте об этом. Надо принять меры по... Алло! Алло! Штаб! Форбе! Связи нет. Похоже, опять обрыв. Ну что? Черт. Да там они на пушках езжают. От адмирала Сушона. Я пристрелю и тебя, и парламентера, как провокаторов. А ну, крути руля! Поехали. Разворачивайся. Условия таковы. Если на Церы ни один винтик не будет сломан, если вы сдадитесь без боя, мы отвезем вас прямо в Германию, в лучшие города. У каждого будет своя отдельная кровать с тумбочкой. Мы вас оденем в штатское, мыло выдадим. Что мы мыло не видели, что? Послушайте, вы. Вы здесь не дружка своего встретили. Вы разговариваете с официальным парламентером. И еще условие. Если Церель не будет сдан, он просто исчезнет с лица земли. Пленных брать не станем. Хочу добавить, ваше положение безвыходное. Сарисарские дамы ваши ушли. Немногие еще сопротивляются. Оренсбург будет взят нами сегодня. И тогда вы останетесь одни. Ну, одни так одни. Не надо нас пугать, мы и так шибко пуганы. Что думаешь, Старлей? Церель будет драться. Вы с ума сошли. Церель будет драться. С детства не люблю ждать. Дождемся. Никуда не денутся. Придут. Другой дороги у них нет. Идти надо. В чем дело? Там буза заваривается. Скажи, правда, что немец уже в Оренсбурге? Правда, что он вечером может быть там. Как и правда, что Церель отрезан. А еще правда, что вот там Ирбенский пролив и путь немцу на Петроград. Я не хочу говорить вам о долге. Скажу за совесть. Совесть. С ней, братва, жить, с ней умирать.
Но у кого глаза бесстыжие, пускай забирают свои портянки и мотают к ядрене фене! Но у кого совесть, вот так. А коли уйти захотим, спину стрелять не будешь? Проваливай, дерьмо! Мне гнилье на святое дело не надо! Дистанция 79. Прицел 79. Автомат сближения 2 четвертью. Автомат сближения 2 четвертью. Залп. Разучились. Недолетов много! Дистанция 81. Передай данные! Прицел больше 2! Автомат сближения 2 с четвертью! Поражение через 30 секунд! Залп! К заряду! Снаряд! Полузаряд! Замок стоп! Прицел 81! Стоп! 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 Огонь! Погоди, командир, сейчас они нас начнут с землей мешать. Все в лишнем укрытии. Ага, понял. Высадка немецкого десанта, ситуация на Эзеле, выглядит вот так. Держится Церель и Оресарская дамба. Немцы заблокировали выходы в Балтику и Зербен из Косарского плеса. Нас запечатывают в Монзунде, как пауков в банке. Неприятно. Вчера адмирал Бахерев написал рапорт об отставке на имя нового комфлота Развозова. Шестого уже комфлота за последние 2 года. Несмотря на мои крепкие нервы, постоянные трения мешают мне отдать все способности на оборону залива, и я начинаю терять надежды на боевой успех. Ничего не понимаю, но могу сказать, воюют отлично. И на Косарском плёсе сегодня это доказали. Как же не понять? Раньше они воевали за царя, а теперь за какую-то свою революцию. За какую? Одна-то уже была. Господи.
Неужели будет вторая? Вторая, что ты... У меня нервы, знаете, вторую не выдержат. Ну, где была вторая? Там жди и третью. Итак, на сегодня флот выполнил свою задачу. Сегодня у командующего силами Рижского залива все получалось сразу. Сегодня флот подчинялся беспрекословно. Все новики в дело? Есть. Конлодки к бою. Осенью 19 года адмирал Бахерев будет расстрелян по приговору Петра Чека за связь с контрреволюцией. Заградитель Припять. Я. Мину приняли? Так точно. Завалите минами пролив свой Лазунт. Вот дочь какой. Мины прямо с завода. Жирно смазаны. И нет защиты от эсминцев, сами знаете. Товарищи, граждане, родные, да что ж вы делаете? Да пойми ты, голова учета. Комитет постановляет, мины ставить не идем. Ну как же так? Да там же товарищи ваши погибают! Немцы ведь прорываются в казары! Да вы что, не понимаете? Ну вы же сами меня командиром выбрали. Ну вспомните, вспомните, как мы штормяку ставили мину у церкви. Да что ж вы сейчас на ерундите? Мины ставить не идем. Так комитет постановляет. Если бы не предательство Припяти, не было бы неравной битвы эсминцев в Косарах. Экипаж нас поддерживает. Не погиб бы славный эсминец Гром. Занеси в журнал. 16:40. Туман над проливом рассеялся. В направлении Зюит-Вест 3 дыма. Тревога! Командный дай! Тревогу объявляй! Приказ командира! Пиши дальше. 16:55. Дымы определились. 3 дредноута типа Кайзер. Направлением на Норд-Ост. В охранении крейсера миноносца. Записал? Давайте. Артенев, вы мне неприятны. Терпеть вас не могу, таких как вы. У вас что-то случилось, Александр Карлович? Что-нибудь не в порядке? У меня? Слава богу, я в ладу со своей совестью. А вот с вас, милейший Сергей Николаевич, там спросится. И спросит не о долге, не о чести, а другом с вас спросит. Вот скажите мне, вот ради чего вот все эти люди уже считают, что погублены? За что все, кто их ждет, останутся сиротами? Извините. Сколько будущих жизней человеческих пресекли вы здесь? Что там? Второе орудие молчит. Я к орудиям. Выпейте, Артенев. В конце концов, жить нам с вами осталось несколько минут. Глотните напоследок. Смерть, как и рождение, есть акт возвышенный. Пить не буду. Жаль. Артенев! Я хотел, чтобы хоть вы меня услышали, а вам это не дано. Вы на кого надеетесь? На этих? Так они же вас и пристрелят во имя своей революции. Прощайте, Артенев! Я больше не приду вам мешать. Ублюдки. А какой красивый был проект. Слушаю. Командир! Снаряд опять летит в сторону! Так. Я на дальномер. Проверить надо. Семенчук! Ты тоже подходи. Порядок, командир. Пьян, сволочь. Сигнальчиков наверх! Пошел бы он не доводить до греха!
19:43. Попадание во флагманский кайзер. 19:17. Немецкая эскадра отошла. 19:30. Дали радио. Положение Церля критическое. Ждем немедленной помощи. Приход флота может спасти нас. Стой! Не бей меня! Я своих верну! Не стреляй! Не стреляй! Назад! Нет, отпускай! У аппарата! Да, Орехов! Будьте уверены! Мои не убегут! Этот Орехов с первой. Большевик? Нет. Сочувствующий. Бегут, сволочи. Командир, я на пушке. Сергей Николаевич, вы эту канитель кончайте. У меня в менты белый флаг, и они нас не трогают. Это вам тема для размышления. Благодарю вас. Но Церель уже имеет свою тему. Коммутатор, давай орудие. Со штабом сворбы больше не соединять. Пробить стрельбу. Орудие на ноль. Я пролетел над перешейком Сворбы. В окопах германские каски. На всей дороге от Церля до Менте люди с котомками и сундуками. Над Церлем горит маяк. Там, вероятно, были склады. Рвутся снаряды. Меня едва не сбило. Что на батареях Церля? Батареи молчат. Людей сверху не видно. Значит, Церль уже сдан. Людей там... 00:10. Второй день нет связи. Исчез радист. На батарее осталось 9 человек. Ждем помощи от флота. С потерей Церля мы имеем лишь Моазунт. Алло! Алло! Тритку и Васта, кто говорит? Батарея Церля, командир Артеньев! Как Церль? Батарея Церля, вы живы? У нас осталось 10 снарядов, и все! Просим прислать эсминец, эвакуировать всех оставшихся в живых! Или мы погибаем! Эсминцы прийти за вами не смогут. Адмирал Старк увел дивизию в бой. Увел всю дивизию. К вам послан гражданин с приказом уничтожить. Какой? Алло, какой приказ? Алло! Да что они там как следует накрыть не могут? Теперь понятно, какой приказ. Плохо стреляют. Добро, пойду запалю что-нибудь для ориентира.
гляди, уходят. Чего потерял, командир? Да вот, обидно. Даже не знаю, когда обронил. Что за штуковина-то? Миниатюра, знаешь. Картинка, что ли? Ну да. Старинная работа. Очень хороший мастер. Маленькая такая коробочка. О, ну так это хана. Ищи. Это все, что у меня осталось. Ладно, командир, не горюй. Немцы разобьем, мы тебе такого нарисуем. Я представляю. А я вот нашел, глянь. Ну, что в лесу? На 5 миль вперед пусто. А дальше вот, немецкий дозор встретил. Так, значит, в Менту, Кнюпфера немцы. Ну? Пошли поднимать людей. Крейсер Баян. Вот адмирал Бахерева. Контр-адмирал Бахерева. Вижу 28 дымов на Зюйд-Вест. Вижу 28 дымов на Зюйд-Вест. Два кильватора, два линейных корабля, крейсера, эсминцы, тральщики, авиаматка с самолетами. Адмиралу Старку. Гарнисты на бак. Есть. Дивизии держать косары до последней возможности. Все готово. Полный ажур, командир. Россия такая страна, в которой к людям всегда относились с особой черствостью. Артеньев сейчас-то хорошо понимал. Даже клятва умереть за отечество потеряла свой чистый смысл. Смерть была, а отечество... Огонь не девка, командир. Чего на него глазеть-то? Пошли. Айда, айда. Ну вот и все.
Идем в лес. Встретим немца. Что нам делать-то? Ведь в этом же есть смысл революции. Отбить отжившие старые, и на тебе белый лист. Кто-нибудь возьмет и напишет на нем бранное слово. Шлепнем. Ничего я не понимаю в вашей революции. Я дворянин. Служил, честно выполнял приказы. Почему меня нужно стереть, как отжившее? Каждый должен отвечать за себя. А одной совести на всех, ее же не может быть. Я не читал как ты Ленина, но я знаю, что среди любого класса возможны лень, барство, распущенность. Это вообще свойственно человеку, независимо от сословия. И жестокость, и несправедливость, это все сидит в нас самих. Сейчас это очень хорошо видно, когда война, революция. А миром, к сожалению, управляет глупость. Все худое от нее. А самодержавие можно свергнуть. Можно. Вот глупость. Да и потом, что-то я не очень уверен, что следующие поколения будут лучше нас. Всегда же найдется повод быть недовольным. Что ж тогда? Опять уничтожение во имя будущего, и выхода нет. Все потому, что человек не собой занимается, а другими. Не себя хочет исправить, а другого. А шлепнуть-то легче. Правда, комиссар? Ну ты прямо как поп в церкви. Я и рот раскрыл. Только в том, что ты здесь накрутил, есть одна неправда. Те, кто будут после нас, должны быть лучше нас. За это мы и воюем. Понял? Ну, ладно. Ты вот образованный. Скажи, в чем смысл жизни? Только не по-поповски, по-человечески. Но сам-то думал. Но мне некогда. Смысл жизни. Смысл жизни, наверное, в том, что она когда-нибудь, слава богу, кончается. Фу, я ж с тобой серьезно. Я серьезно. Германцы! На германцев напоролся. Человек 20, уходить надо. Пошли! Уходим! Адмирал требует немедленного подписания акта капитуляции гарнизона островов. Да, но с ним очень трудно разговаривать. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Значит, все-таки не последовали моему совету. Вы ранены? Вам нужна помощь? Нет, благодарю. Я думаю, к вам, как к офицеру, здесь хорошо отнесутся. Ну, что вы хотели сказать? Да, мы уважаем мужество наших врагов. Только одна формальность. Акт о капитуляции Церели. Батареи. Мы ее взорвали. Что же это за капитуляция?
Впрочем, мы обсудим это. Адмирал Сушон еще хочет поговорить с вами, а мои люди, большевики, будут расстреляны. Но вы убедились? Я же говорил, это бессмысленно. Я останусь с ними. Вы большевик? Да какой он большевик? Так, попался с нами. Уйди, Сергей Николаевич. Я не попался. Я сражался с вами. Ну ладно уж мы это. А вам это к чему? Уйди. Ничего ты не понял. Я не разбираюсь в таких нюансах. Будете говорить с адмиралом Сушоном. Взять его.